Так, идут вон там. Сейчас выйдет свекровь. Да, чуть мимо не прошли. Свекровь с мужем. Уезжают. И Женя поедет к родителям. Сейчас зайдут. Сумки. Чего они сумки целые тащат? Непонятно. Что там может быть в этих сумках? Мне непонятно. Иду отбазить. Для чего эта коробка, Дим? Ну, три золотая, есть. Для птичек? Для птичек. Да? Ну иди сюда. Для птичек. Да, да? Вот так это есть. А я, да, это дяди берут, это бывали берут, и боится это высоко там коробку. Угу. Мы с тобой повесим, да? Да. Туда хлебушка положим, да? Да. Да? Чтобы ели там. Угу. Кто там будет кушать? А там птички будут его кушать. Птички, да? Всем привет! С вами канал Артмания. Пошел Дима. С коробками в последнее время играет. Поставит, это сидит шкафики, и смотрит это на них. Шкафики мои. Шкафики? Шкафики из коробки я сделала. Шкафики? Да. Это дизел, это титизел, это дизловый. Новая игра. И сидит, и смотрит. Пойдем, сейчас будем с тобой музыку слушать. Пойдем? Да, идем. У Димы тут кроватка. Он еще не застелили, еще все перестирываю до сих пор. Частями. Но все пыльное, но грязное. Все, там бассейнку то и кладешь. Потому что все стираю я еще, все еще. Все еще стираю. Вот смотрите, у нас там школа. Всех детей выгнали. Ну, взрослых детей. Выгнали лопатами работать. Вот на пират стоит. Наконец-то он перешел на эту сторону. Он стоял, что-то всех где-то снимал там со спины, непонятно как. А сейчас вот хоть более-менее там. Правда, стоит, конечно, не в том месте. Сейчас его покажу. Палец мой. Вот он, в черной куртке кожаной. Блин, он такие классные кадры сейчас пропускает. Вообще просто классные кадры. Это можно было все так заснять красиво и классно. А он многое-многое упустил. Не знаю, он фотографирует просто. Он даже фото с лопатами можно сделать вообще, наверное, шикарно. Ну вот. Мне даже несколько идей пришло в голову, как это можно сделать. Не знаю, даже девчонок вон повытаскивали лопатами работать. Девчонок тоже, блин, зачем? Кусочек снега там. Будь здоров. Спасибо. Там ту часть, вот эту всю полностью часть чистил охранник там или дворник, не помню кто. А здесь кусочек вот оставили, видимо, что дети с видео или фото, отчет. Что дети работают тоже. Если мячик лежит там. Мячик? Мячик. Где там мячик лежит? Вот лежит мячик тут. Да? Это гол забивает. Там нет гола. Он бегает. С фотокамерой. Вот он. Ну-ка, 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 ну-ка. Ай, 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 за дерево спрятался. Ай. Чё ж он там снимает? Зеркальная, по-моему, камера у него, да, на палочке. Задел. Ой, где задел. Угу. Уже все, снег растаял. У нас на самом деле сегодня 2 апреля. Ролик выйдет, я думаю, с небольшим, наверное, опозданием. Мы еще только с Димочкой отходим от ремонта. Наконец-то наступила тишина. Наконец-то мы можем ходить полуголые, да? Никого нам ждать не надо, блин. Это так классно, а? Так ощущаешь свободу, что
что не надо никого ждать, что все хорошо, сидишь спокойно дома, не стоишь у окна. Помните, как мы с вами стояли около окна, вот так вот туда смотрели, ждали этого мастера. Это было так долго. Сейчас нужна, кстати, нам помощь этого мастера. Кое в чем он там кое-что забыл сделать. И мы даже не можем дозвониться до него теперь. И пропал. Мусор тут бросили. Да. А сын уступил мусор. Мастер просто взял и пропал. Вот так. Маме он там должен кое-что доделать, он не доделал. У нас кое-что не доделал. Обещал прийти, но тишина. Не знаю, почему-то мастера не все такие. Один раз делают там ремонт и исчезают. И потом не дозвонишься, ничего. Что ты делаешь? И вот так, пусть будет вот так. Угу. На меня посмотри. Скажи, лайки ставьте. Лайки, 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 лайки. Ой, какие лайки сладкие у Димы. Да? Уже все без шапок такие ходят, все. Тепло. Такое ощущение, как будто там градусов 15. 10-15. Молодежь одета вообще совсем по-другому уже. Совершенно смотришь, вот одежда совершенно другая, чем была 10, 20, 30 лет назад. Пошел, пошел, пошел. Вот он, оператор. С чем он там? Зеркалкой? Блин, с деревьями его плохо видать. О, да у него штатив там, смотрите, клевый. Прямо это профессиональный. Чтоб вот эта вот камера не тряслась, зеркальная, и чтоб не тряслась. И что-то он вообще не там снимает. Мне кажется, вот я бы, знаете, наверное, засняла снизу. Вот как снег падает, вот это летит в медленном режиме. Потом это все сделать. Мне кажется, блин, это клево будет. Это будет так классно. Да. Да. У нас время уже... Час уже доходит, а мы с тобой еще только-только позавтракали. Только-только. И луж, кстати, луж вообще нету. Я так хотела походить по лужам, попрыгать. А их нифига нету. Уже все. Только у нас вон там осталось.